Зачем он крутится? Палевный стул. Ты уже сидеть, голову куда-то поднять. Меня зовут Лена Прохорова. Я работаю в рекламных технологиях. Работаю здесь уже почти 7 лет. Столько не живут, а я вот работаю. Наша команда начала формироваться весной прошлого года, в момент, когда мы объединяли рекламную платформу ВК и рекламную платформу Mail.ru. И получилось так, что у нас были продуктовые менеджеры, у нас была разработка, у нас были аккаунт-менеджеры и вот коммерческий департамент. У нас, в принципе, не было продуктовой аналитики и не было культуры продуктовой аналитики в команде в целом. Мы решили ее сделать. Ну и у нас получилось. Я и моя команда, мы сейчас работаем фактически таких вот в двух направлениях. Первое наше направление — это весь рекламный биллинг, а второе направление — это продуктовая аналитика. Я как менеджер отвечаю за оба этих направления, а, конечно, в каждом из них работают аналитики, менеджеры проектов, разработчики, то есть довольно много людей. Сейчас важно делать и продолжать развивать то, что мы делаем. Потому что мы должны стать новым домом для наших пользователей, для малого и среднего бизнеса, для сообществ. Наш план на этот год — запустить объединенный рекламный кабинет, в котором сохранить все лучшее от рекламной платформы ВК и добавить для наших рекламодателей возможность размещаться на ресурсах Mail.ru и на партнерской сети, которая включает в себя множество мобильных приложений и сайтов, не имеющих отношения к Mail.ru. То есть фактически дать возможность самому простому, самому маленькому рекламодателю за очень небольшой бюджет, там 100, 200, 300 рублей, показать себя миру. У нас действительно много данных, и это не какие-то абстрактные данные о пользователях, big data и вот этот весь вот эти вот все слова, которые крутятся на рынке. У нас больше миллиарда платных рекламных событий. Платных — это тех, когда мы взяли деньги у рекламодателя. Они настоящие. И в целом рекламодатели на них смотрят и следят, кому мы рекламу показали. Больше 5 миллиардов запросов за рекламой в день. Мы не всегда умеем хорошо отвечать на вопрос, почему мы ее не подобрали, рекламу для этого конкретного пользователя. В общем, там на самом деле непаханное поле и очень любопытно. Как у нас организован найм? У нас нет домашних заданий, нет каких-то тестов, нет еще чего-то. У нас есть одно техническое собеседование онлайн с кем-то из аналитиков, дата-инженеров, просто из членов нашей команды. А дальше финальное собеседование со мной, с командой и офер. В ВК действительно классно работать. Я здесь работаю 7 лет. Это 7-летняя гарантия, кажется, больше, чем на телевизор и холодильник. А вообще, когда мне кто-то делает предложение о работе, я всегда спрашиваю этого человека, а вы сколько здесь работаете? И когда я там слышу, типа, я тут работаю 2 месяца, команда клевая, вообще прям то, что нужно. Я такая думаю, нет. Ну, в общем, шутейка закончилась. Кого мы хотим видеть в своей команде? Хороший вопрос. Тебя.